Вот. Добрый день, дорогие друзья. Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 24 декабря 2022 года. Пытаемся определять пол нашего птенчика. Твиксы. Если это самец, то будет твикс. Если это самочка, то будет твикса. Это ребеночек нашей Тиночки и нашего Теслика. Возраст месяц, ну и где-то неделя или чуть больше. 15 октября был вылуп. Сегодня 24. Мы пытаемся подсветку сделать. Ну, перевозьми, да. Главное, не улетел. Летучий, очень летучий птенец. Ручной, не кусючий, но сидеть не хочет, очень летучий. Если кто-то, дорогие друзья и подписчики нашего канала, разбирается в волнистых попугайчиках, напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение на счет пола этого птенца. Я буду посылать в питомник, где вот жду себе для Татоши самца, заказала. И вот выяснить хочу, я в принципе твиксу планирую оставить с Татошкой жить, они вроде помирились, подружились. Но если это самец, надо отселять в другую клетку будет. Вот так выглядит на сегодняшний день наша восковица. Всем пока-пока и до новых встреч!